Здравствуйте! Сегодня хочу показать рецепт картофеля с фаршем и с сыром в духовке. Для этого в сковородку наливаем растительное масло и сначала обжариваем лук. К луку добавляем фарш, хорошо перемешиваем и жарим до готовности фарша. Во время жарки добавляем томаты и соль. Огнеупорную посуду смазываем растительным маслом. Слоями кладем тонко нарезанный картофель, сыр, фарш. На данном этапе я картофель смазываю растительным маслом, но я также поняла, что если фарш жирный, то масло не понадобится. Картофель посыпаю мелко нарезанным сыром. По вашему желанию можете посыпать любыми специями. И третий слой у меня идет фарш.
Таких слоев у меня получилось несколько. Последний слой должен состоять из картофеля. Сверху, закрыв фольгой, отправляем в духовку. Когда блюдо будет готово, сверху накладываем сыр. Отправляем в духовку до золотистой корочки. Приятного аппетита!